Боевой орел. Название очень символично для клуба, который популяризует смешанные единоборства. Года 2-3 назад эти спортсмены только начинали свою спортивную жизнь, а сегодня это профессиональные бойцы смешанного стиля, которые представляют Хасавюрт, Дагестан на турнирах по грэпплингу, панкратиону, ММА и другим видам спорта на самом высоком уровне по всему миру. Что же касается тренировочного процесса, то залог успеха, как отмечает менеджер, это регулярные сборы и объединенные семинары с другими клубами. У нас в целом обычная тренировка. Просто приехали наши гости из клуба «Горец», Салимгерей Расулов, Рамазан Имеев, кстати, экс-чемпион М1, и молодой талант Рашид Нурмагомедов. Вот недавно ребята приезжали с «Беркута» клуба, тоже оставались 2 недели. Ну, не менее недели и не более 2 недель, как бы. Ну, в целом, вот так, обмен опытом и усиленные тренировки, готовимся к новым боям. Двери бойцовского клуба Fighting Eagle, отмечает руководитель Гаджимурат Караев, всегда открыты для каждого спортсмена, и не только регионального или всероссийского масштаба. Есть ряд договоренностей с европейскими клубами, которые будут проводить тренировочный процесс в направлении обмена опыта. Это MMA Spirit и бойцы из Испании. Проводя эту работу, отмечает менеджер, мы не забываем и о спортсменах республики. Сборы провожу вместе с клубом Fighting Eagle. За это я выражаю благодарность Гаджимураду Караеву, также Сагитпашеву Маханову. Конечно же, совместные сборы, обмен опытом и так далее дают большой плюс. Спарринги, кроссфит, общая физическая подготовка. Что бы хотел сказать. Ну и ребята, конечно, Муслим Махмудов, Урбан, Хабиб Исаев. Это очень опытные бойцы, благодаря которым можно приобрести какие-то новые знания, опыт. Уже на протяжении нескольких лет Рашид Нурмагомедов занимается в клубе «Горец», очень известным для тех, кто интересуется спортивной жизнью Дагестана. Боец в зале занимается под тренерским руководством Шамиля Алибатырова, Магомеда Магомедова и Сухраба Магомедова. За эти годы спортсмен показал хорошие результаты – 3 профессиональных боя и победные. Неоднократный чемпион Дагестана по рукопашному бою и ушу санда, а также чемпион России. Воспитанники «Боевого орла» в свою очередь только рады подобным объединенным тренировкам. Сегодня приехали именитые бойцы из клуба «Горец». У нас сегодня совместные тренировки. Мы проводим время от времени такие. Ну, это как бы и для них полезно, и для нас. Мы поделимся опытом, они поделятся опытом. Тем более, когда у них есть такие именитые бойцы, как Рамазан Имеев и многие другие хорошие ребята. За этот год воспитанники «Боевого орла» принимали участие на практически всех турнирах М1 и практически все победные бои. Это говорит о профессионально слаженной работе руководства клуба. Из рядового спортсмена Fighting Eagle воспитывает профессиональных бойцов смешанного стиля. В результате это дает толчок для продвижения бойцов к более серьезным боям, а порой и титульным, которые пройдут в 2015 году. Арслан Дациев, Алмасхан Амаев. Информационная программа «Пульс».